Нежданчик! Нежданчик? Тушканчик, да? Это придумали рифму «тушканчик». Да. А теперь рубрика «тушканчик». Вы должны съесть как можно больше орехов, нет? В общем, прямо сейчас Эльвира Т. будет петь свою песню. Но как бы, чтобы ей не было так просто, как обычно. Она будет петь песни от лица тех персонажей, которых мы ей будем давать. А мы уж тут поднабрали персонажей, знаете, вот это вот. Ага, у нас будет знатное фрик-шоу. В общем, давайте без лишних слов включим музыку. Давайте. Поехали, ура. Аплодисменты. Всем привет. Всем привет, Олимпийский. Привет, Олимпийский. Итак, первый персонаж. Нюша. Но это лучше, чем бесконечно проверить почту. Я и скучаю не очень. Дима Билан. Я пришла в пользу себя. Я с тобой с небоскреба и с моста. Я бы не смогла. Спящая красавица. Ни о чем. И каждый день наши танцы. Блин, очень горячо. Мастерат Кабалье. Это не пришла и поворачивала все в пользу себя. Зима. Елена Караулова. Такси туда и обратно. Я знаю, что будет завтра. Я пока на пороге не стой. Не хочу целоваться в парадной. И ты не такой. За одну ночь всю зарплату. Блин, она не такая. Нет, она не такая, не такая. Так, только как непонятно. Вчерашний день был лишним, точно. Я не хотела тебя видеть больше. Я не хотела тебя видеть в таком виде. И Лайма Вайкули. Но ты решил, тебе все можно. Больше зубов, больше зубов. Зубы, зубы. Глюкоза. Я не помню слова свои. Меня молчат, причем звони мне. Только если очень срочно. Ты, если ты не спишь, видишь меня всюду. Так пятые сутки и все по кругу. Мои соседи отвислятся. Че, куда едем? Туда и обратно? Так, так, какие там слова? Я не помню. Ты скажи уже дорогу, давай, показывай уже. Так, че, куда тебе? А, давай, понял. Эльвира Т. Такси туда и обратно. Я знаю, что будет завтра. Ну а пока на пороге не стой, не хочу целоваться в парадной. Взять ночь всю зарплату, а в голове аниматы. Сегодня ты предложил стать твоей навсегда, только так непонятно. Друзья, это был Нежданчик. Это была Эльвира Т. Что это талантливое выступление никак не повлияет на ваше хорошее мнение про нее. Очень бы хотелось. Да. Но, за нас голосуйте.